Игромания представляет. Мой скилл не натянешь. Покажи свой скилл в Лиге Гамбит и получи шанс попасть в команду. В эфире программа «Во что поиграть на этой неделе». Текущая игровая неделя принесла нам восстание шведских роботов, приключения ассасинов, симулятор диктатора и финал ходячих мертвецов. «26 апреля вышел заключительный эпизод «The Walking Dead: The Final Season». Он завершит историю Клементины, за которой мы следили целых 7 лет. Первый сезон вышел аж в 2012 году. Долгое путешествие Клементины и Эй-Джея подходит к концу. Героине придется выступить наставницей мальчика и преподать ему последний урок выживания в суровом мире зомби. В тот же день начались продажи боевика Generation Zero. Восстание машин почти уничтожило население Швеции. Кучке выживших предстоит пробираться по пустынным дорогам, избегая встреч с агрессивными роботами. Действие разворачивается в конце 80-х, так что игра может похвастаться ностальгическим колоритом. Вашими противниками выступят различные боевые машины, от небольших и быстрых дроидов, похожих на хэд-крабов, до гигантских двуногих танков. Сражаться с ними можно как в одиночку, так и с друзьями. Также 26 апреля вышла гоночная аркада Xenon Racer. К 2030 году на Земле наступает эра летающих машин. Однако производители электрокаров не сдаются так легко. Они выпускают гоночный болид, который работает на электричестве и ксеноновом газе. Почувствуйте себя за рулем автомобиля будущего, гоняя по улицам Шанхая, Дубая или Майами. А пользовательские настройки позволят создать машину на любой вкус. Четвертым релизом этого дня стала RPG Outward. Главный герой — обычный путешественник, что пытается выжить в суровом фэнтезийном мире. Со временем он сможет изучить магию и боевые искусства, чтобы отбиваться от недружелюбных местных обитателей. Правда, волшебство не защищает героя от капризов погоды и других опасностей, а встроенное автосохранение не позволяет переиграть неудачный бой или изменить ошибочное решение. Одновременно с этим вышла ролевка «Grim Shade». Игра от российских разработчиков навеяна классическими японскими RPG. Пошаговая тактика перенесет пользователей в оригинальный фэнтезийный мир, населенный людьми и антропоморфными зверями. Возглавьте отряд героев в опасном путешествии. Выстраивайте отношения между своими подопечными. И не забывайте прокачивать их навыки и экипировку для сражений. 29 марта подарила нам три любопытных проекта. Первый из них — градостроительный симулятор Tropico 6, где вы можете стать грозным диктатором или мудрым правителем. Впрочем, и тому, и другому придется вести политические дебаты, заботиться об инфраструктуре государства и улаживать дела на международной арене. Любители шика смогут не только построить себе роскошный дворец, но и украсить страну похищенными чудесами света. Другим релизом этого дня стал ремастер Assassin's Creed 3. Теперь взглянуть на события американской революции глазами ассасина можно с улучшенной графикой и поддержкой высокого разрешения. Для переиздания Ubisoft отшлифовали игровой процесс и поработали над моделями персонажей. В комплект входят не только все дополнения, но и обновленная версия Assassin's Creed Liberation. Также с 29 марта владельцы Nintendo Switch могут приобрести платформер Yoshi's Crafted World. Свежая часть серии расскажет о новых приключениях милого динозаврика Йоши, одного из самых популярных персонажей вселенной Марио. Мир игры представляет собой красочную панораму из картона и папье-маше.
предусмотрена возможность кооператива, так что можно изучать волшебную страну вместе с другом. А теперь взглянем на главные скидки этой недели. В Стиме за полцены отдают Darksiders 3 и Kingdom Come Deliverance со всеми дополнениями. С той же скидкой можно оценить первый эпизод Life is Strange 2. Он обойдется в 130 рублей. Рогалик Dead Cells подешевел на четверть. Бандл Borderlands The Handsome Collection, куда вошли две игры и все DLC, предлагают забрать с дисконтом в 94%. В GOG за полцены можно приобрести мрачное психоделическое приключение Hellblade Senua's Sacrifice. 73% скинула Vampire The Masquerade Bloodlines. Как раз можно перепройти или ознакомиться с культовой классикой в ожидании сиквела. Третьего Ведьмака уценили на 1000 рублей. Кровная вражда Ведьмак истории подешевела на четверть, а специальное издание RPG Pillars of Eternity 2 Deadfire подешевело на 40%. В PS Store продолжается распродажа «Мартовское безумие». 36% скинула реалистичная гонка Dirt Rally 2.0. Красочную аркаду Degrees of Separation отдают за 1000 рублей. В два раза подешевела Shadow of the Tomb Raider. Fighting Soul Calibur 6 уценили на 43%. Сборник Hitman HD Enhanced Collection, куда вошли переиздания Hitman Blood Money и Hitman Absolution, предлагают закинуть в корзину с дисконтом в 58%. В магазине Nintendo за четверть от цены можно приобрести нашумевший корейский хоррор The Coma Recut. Исследовать мир, поглощенный тьмой в атмосферном приключении Fall of Light, предлагают на 70% дешевле. 59% скинула LEGO DC Super Villains. В два раза уценили платформер Planet Alpha. Он расскажет об астронавте, застрявшем на живописной и опасной планете. Со скидкой в 30% можно приобрести еще один платформер — Battle Princess Medellin, где вам предложат взять под контроль воинственную принцессу и ее призрачного пса. В Microsoft Store ждут скидки на игры про Бэтмена. Полцены скинули Batman Arkham Knight и LEGO Batman 3 Beyond Gotham. Fighting Injustice 2, где бойцами выступают почти все известные герои и злодеи вселенной DC, скинул 30%. Обладатели Xbox Game Pass бесплатно получат сборник Batman Return to Arkham. На 40% дешевле предлагают забрать специальное издание Skyrim, а боевик Titanfall 2 отдают за четверть от цены.